С праздником Воздвижения, с праздником Крестопосланной недели, когда в середине Великого Поста на середину храма износится честный и животворящий крест Господь. Мне сегодня вспоминается один случай, который был со старцем Гавриилом, самотаврийским, Гепатом. Один священник к нему пришел и спрашивает: «Батюшка, а что такое пост?» В ответ на это старец стал ему перечислять все его грехи, сотворенные с детства. Тот краснел, бледнел, стал плакать. А тут старец развеселился и говорит: «Идем по трапезничьи». «Ну что?» – отец сказал. «Да как же я могу сейчас ездить, когда мне так больно и так плохо?» Вот тогда старец ему и ответил: «Вот это и есть настоящий пост. Когда мы помним о своих грехах и не думаем о еде». И, наверное, именно поэтому в середине поста для нас износится на поклонение честный и животворящий крест Господень. Для того, чтобы мы помнили, какую ценою искуплены наши с вами грехи. Чтобы мы помнили о тех страданиях, которые за нас претерпел самый Спаситель. Чтобы мы помнили, ради чего это было сделано. Чтобы мы в себе оглянулись, поняли, что это не те первосвященники, садукеи, фарисеи распяли креста, а то, что это мы каждый день распинаем самые Христа. И вот это вот именно и даст нам силы действительно нести пост. Храни нас всех, Господь, дорогие.